Значит, мы с вами сейчас на нулевом этаже. Это зона прилета. Здесь есть, конечно же, лифт. Мы им будем воспользуемся, чтобы подняться на первый этаж. И там уже будет регистрация. Из особенностей регистрации. Мы в этот раз зарегистрировались онлайн, поэтому у нас будет возможность сдать багаж самостоятельно. Я этого еще ни разу не делал, поэтому обязательно сниму, покажу. Мне самому интересно, как это сейчас реализовано в аэропорту Минска. Мы в здании аэропорта находимся, вот он лифт, становимся в очередь, ждем. На первом этаже есть справочно-информационный центр. Если вы что-то не знаете, потерялись, не знаете, как сделать, поднимаетесь туда, подходите и спрашивайте, вам все подскажут. Маски нужно все-таки носить. Прозвучала справочно-информационная информация по громкой связи о том, что необходимо, обязательно быть в масках, иначе вас не пустят на рейс, поэтому маски не забываем. Так, у нас третий этаж получается. Это первый мы находились, это зона прилета. Второй, это промежуточный, я его здесь не вижу, и мы с вами едем на третий. Смотрите, как красота. Мы с вами на третьем этаже. Видите, это очередь билеты и сдача багажа. Есть электронная регистрация, мы с вами пойдем на электронную регистрацию. Ребят, ну, кто первый раз летит, можете посмотреть мои предыдущие видео, я более подробно рассказывал, но все стандартно. Поднимаетесь в зону вылета, находите информационное табло, находите ваш рейс и смотрите, в каких кассах принимают багаж и дают билеты электронные. Если же у вас есть уже посадочные билеты, вы сами себя садили на рейс, то есть электронная регистрация, вы можете сами сдать багаж. Сейчас я вам все это покажу. Вот смотрите, есть даже такие чудики, которые в полной защите, китайцы явно. А это информационное табло большое. Вот смотрим, мы летим с вами на Кушадас. У нас 1755, БРУ 8109, Измир. Видите, регистрация в 15:55 начало, это уже сейчас началось. Идем, ищем с вами электронную регистрацию. Это где-то там, с 11 по 13. У нас, смотрите, видите, касса, не касса, а стойки регистрации 11-13. Не нашел я электронную регистрацию, пойду в справочно-информационное. Прошу. Упаковка багажа, как и раньше, стоила 15 рублей. Это где-то около 5-7 долларов. Ребят, вот как выглядят эти стойки регистрации 35-38. Здесь такие вот штуки или сканер, берете, сканируете ваш билет, судя по всему, и сдаете багаж. Ну, выходят наклейки, вы сами их наклеиваете и дальше отправляете багаж в свободное плавание. Ну, прикольно, сейчас попробуем, конечно, рискованно, что что-то не получится, но думаю, все будет хорошо. Лайфхак, пленка, экономите, сами запаковываете свой багаж. Такой пленки вам большой хватит на несколько раз туда и обратно. Вот 4 чемодана мы упаковали, потом ее сдаете в багаж, запихиваете в сумку и все сдаете, экономите 60 рублей. А пленка такая стоит 8-9 рублей. Один. Для того, чтобы проходить электронную регистрацию багажа, давайте вам нужны вот такие вот билеты. Видите, здесь есть код, QR-код, который вы будете сканировать. И вот уже ребята тоже подошли, пытаются сейчас сдать. Все, покажу вам, вернее, я буду делать, а Кристину попрошу поснимать. Правда, Кристина? Правда. Нажми, все съемки. Нажала. Так, ваши два. Значит, что делать? Сначала подождите с экрана, где работает. Ставим багаж. И что тут надо сказать, как делать? Эй, просто да. На него не получается? Не знаю. А, вот он. Ага. Билет. Есть русский и английский язык. 23 килограмма норма. Подтверждаю, нажимаем кнопочку. Судя по всему, я подтверждаю, что упаковал свою сумку самостоятельно. Кто из моих знакомых? Да.
Да, вы подтверждаете? Да. Это не везем. Подождите, пока распечатается. И вот он, видите, печатается. Это немножечко подъясняется. Надо, чтобы шире было. Угу. Вот такая штука. Держим. Отклеиваем вот эти штуки. Стик. И, ага, это ваша, знаете, наклейка на то, чтобы вы не потеряли багаж. Сюда. И сюда вот она. Сюда. И там. И эту штуку раз. Просовываем сюда для вас. Так. Это что? Делается тоже, по идее, должно. Сейчас попробую. Отклеиваем вот эту. Понимаешь, что тут делать? Появляется инструкция. Значит, отклеиваем, приклеиваем эти штуки все. Руки приклеиваем. Видите, как? Смотрите, много раз показываю, чтобы всем точно стало понятно. Что-то я оторвал не так, судя по всему. Так, типа, да? И вот он наш. Вот все здесь есть. Да. Все. Все, справились. Ну и все. И дальше мы нажимаем далее. Далее. Выполнено. Видно сверху багажную бирку. Точно, что она сверху? Смотрите, Женя, потом не найдем багаж. Все, поехал первый. Билет у нас теперь на руках с тобой. Там была Кристина Задровская, теперь Инна, да? Здесь, Женя, могу нажимать стоп? Мы же уже сделали. А мы... Где тут наш? Ага, Лосук Евгений. Ребят, ну, короче, третья попытка. Электронный билет, пистолет. Нажали, навели. Ближе, наверное. Если нажали, пикнуло, включается экран. На экране у вас говорится о том, что 23 килограмма один багаж. Вы можете нажимаете «Подтверждаю». Подтверждаете, что нет оружия, что сами упаковывали. Да, 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 да. Есть английский язык, если кому-то надо будет. Печатается вот такая вот штуковина. Это то, что клеют на багаж. Здесь есть с этой стороны такой вот стик, который вы вот отсюда берете и отклеиваете. И не торопимся. Раз. Эту штуку на багаж. Раз. Вот такие маленькие. Сбоку два. Еще третью вы оставляете себе, чтобы вы знали, какой у вас номер багажа. И потом дальше вот так тянете. Отклеивается. Просовываете на ручку. Когда вот так вот. И приклеиваете, чтобы был виден QR-код. Штрих-код был. Все, вот вы приклеили. После этого вы нажимаете кнопочку «Далее». Выполнено. Ваш багаж сейчас проедет дальше. Сканируется. И он уезжает, если все в порядке. Ну, по идее, должен был распечататься еще, судя по всему, вот такой вот билет, потому что багаж приняли. Но... Ну что, мы сдали багаж. Сейчас мы с вами идем проходить паспортный пограничный контроль. Тележку придется сдать. Гитару мне сказали, что можно взять, если она не пролажит, влазит. Есть такие у них стенды, куда вы вставляете. Если ваш чемодан влазит, то как ручная кладь может идти. Если не влазит, то, соответственно, нельзя, нужно будет доплачивать. Главное, чтобы ваш багаж влазил в багажную полку. Ну, я уже летал с гитарой, брал с собой, поэтому мне разрешили. А если не габарит, то вы идете к негабариту и сдаете багаж негабаритный. Значит, как правило, здесь у нас есть А и Б стойки, где проходит регистрация. Паспортный контроль и пограничный контроль. Мы идем с вами в Б. Воду, жидкости, все это попросят выбросить. Ремни, металлические вещи, все это попросят снять. Поэтому лучше сразу подготовьтесь, чтобы вы потом не задерживали ни себя, ни других. Ваш багаж, внутриручную кладь, все будет через сканер проходить. Если что-то не понравится, то попросят вас это все достать. Ну все, поехали, вот оно наше.
где мы будем проходить сейчас досмотр и паспортный пограничный контроль. Вот они, информационное табло, на котором указано, какие рейсы здесь проходят регистрацию и досмотр. Весь наш Измир здесь находится. Что нельзя брать на борт? Видите, напитки, жидкости, отвертки, вилки, оружие. А Инна еще проходит, видите, наша коллега с гитарой досмотра паспортный. А мы уже все с вами в зоне duty free. И можем совершать покупки. Здесь тоже надо находиться в маске, но, видите, многие снимают, ходят, но иногда ругаются. Подходят, говорят, оденьте маску. И когда будете на рейс садиться, то же самое, обязательно в маске. И во время полета всего тоже необходимо сидеть в маске. Ну, конечно, очень жарко. Здесь также есть информационное табло, на которых уже указывается, видите, вот я поднял, в каких гейтсах у вас будет посадка. У нас, например, сейчас скажу, здесь в каждом зоне посадки есть небольшое кафе, можно покушать, есть бургер, Бургер Кинг, можно покушать бургерное. Мне больше всего нравится Duty Free. Вот этот, в который я иду, здесь он большой и собраны есть с красными ценами все позиции в одном месте. То есть приходится туалетная вода вся в одном месте, которая на акциях сейчас, или, соответственно, спиртное. Вот, смотрите, например, идем. Вот он. Special offers.